Итак, снова здравствуйте. Выберите чудо и стукните клавиши иди. И сейчас я вернусь. Так, я вернулся и... Прекрасно. Чудо теперь щелкните клавиши действий на деревенском складе. О да. О да, еда. Ну, все? Хорошо. Вы не только накормили их, но и укрепили их веру в вас. Я создал для вас еще несколько чудес еды, чтобы вы могли потренироваться. В центре деревни ты увидишь свой символ. Когда он достигнет там каменной руки, деревня поверит в тебя. Держа твою руку над ней, люди показывают, насколько они верят в тебя. Эх, мне нужно поспать. Разбудите меня, когда селяне поверят в вас, и вы будете готовы продолжить ваше обучение. Окей. Ясно, нужно их побольше накормить, и тогда они у меня поверят. Ну, в общем, странные селяне какие-то. Русская обычная. О, поверили, что ли? Так быстро. Ацтеки теперь станут тебе поклоняться, клёво. Кош, ты разведал не слишком много серебряных наградных свитков. Попробуй еще немного. Это того стоит. О, он отдыхает, смотрите. Бери еду. Фу, он срет на нее. Окей. Собирай урожай, короче, с поля. Следователь лесоруб. Все, короче, пусть он будет привязан к этой женщине. И будет дружелюбным. Я устал! Дай мне отдохнуть! А что мне нужно Кош, делать? Ты разведал не слишком много серебряных наградных свитков. Ну, отлично. Попробуй еще немного. Это того стоит. Окей, 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 ушки. Клянусь богами, я спал. Я как раз пересчитывал овец, когда задремал. Пожалуйста, найди мою овцу, она заблудилась. Их все равно забьют. Это было бы пустой тратой замечательный баранин. Но если мы их найдем, то у нас был бы стойкий последователь. Ух ты, наш пресвятой пошутил. А почему бы и нет? Я уже 4 нашел. Стоп, их 3. А, нет, 4. Все нормально. На. Немного благодарен. Высшая сила. Проследи, чтобы они шли, пожалуйста.
И где-то тут, вот на этом пике, да, овца? Спасибо, похоже, ты вернул мне все стадо. Все-таки вернул всех. Я не могу предложить тебе многого, но в знак признательности прими это. Может, чудо какое-то? А, смотрите. Что это? Мы достали немного пищи. Блин. 500 пищи и все. Я освежился и готов еще поучить ваше маленькое создание. О, смотрите, он теперь готов нам поучить. Так. Последователь-фермер. На площадь им. Какая-то маленькая деревня. Да ладно, пусть эти чудеса здесь валяются. И где мое создание? Где оно, мать? Ну, приведи наше создание к этому большому парню. Я чую запах вот оно, битвы. Смерть. Что смерть? Смерть, смерть. Давайте покормим наше создание. Что за атас? Кушай. 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 Не хочешь есть? Или ты хочешь, чтобы я тебя погладил? Хорош, хорош. Долбаные люди еду всю стыбрили. Смерть. Какая смерть? У кого? Когда я вот был созданием Немезида, он часто посылал меня в битвы. Я предвижу то же самое с тобой. Сначала я стану твоего роста для такого, чтобы, ну, попроще было. Будь готов к синякам, не бойся, потом все заживет. Это он этому чуваку говорит. Мапочка. Ну давай, давай. Арена будет появляться каждый раз, когда будет битва. Ты должен знать, что твое создание будет биться без помощи с твоей стороны. О. Сначала учимся атаковать. Щелкни на какой-либо части моего тела кнопкой действия для того, чтобы ударить туда. В рожу. Хороший удар. Ты также можешь нанести несколько атак подряд. Попробуй на мне несколько атак подряд. Все верно. Теперь ты должен учиться блокировать атаки. Зачем? Щелкни кнопкой действия на своем создании для того, чтобы заблокировать атаку. Оу,
Бобок, извини. Если ты выполняешь другую команду, то блоки прекращаются. Давай сосредоточиться на уклонении от удара. Щелкни кнопкой действия где-нибудь на земле, чтобы перенести туда свое создание. Вот так, ты неплохо выучил. Давай по-дружески подеремся для того, чтобы проверить навыки, а? Ух, наверное, больно. Баба! В рожу ему! Хороший удар. Хороший удар. В глаз медведю. Русский мир был побежден. Хороший удар. На тебе. Хороший удар. Очень хороший. Хороший удар. Хороший удар. Хороший удар. У меня все удары хорошие. Хороший удар. Ух, наверное. Все, победил нафиг. Это был важный урок, друг. Ты показываешь огромный потенциал. Ну, надо работать над техникой. Так кто бы говорил? Гигантус медведикус. И что же он мне дал? У меня есть секрет для тебя. Но я предупреждаю, это знание опасно. Приходи только, когда будешь готов. Я передам вам запрещенные знания. Опасные даже для богов. О боже. Почему бы вам не попытаться использовать то, чему вы выучились, пока я спал? В смысле? Чему это я должен был быть выучиться? Что это такое? Ух, какой противный! Мне кажется, что он пытается говорить. Я здесь охраняю. Я хотеть есть сильно. Я... Имя Слежи. Похоже, этот людоед что-то охраняет. Может, награда? Он охраняет проход. Он вне нашего влияния. Так что давай пошлем наше создание для того, чтобы оно сразилось с ним. Не стоит прибегать к силе. Бедняжка, он, похоже, голоден. А я хочу драться. Хотя мое существо, оно уже голодное, короче. Где оно? Мне нужен отдых. Я устал. Дай мне отдохнуть. Так, а где мое существо?
Вот оно уже прибежало. Так, ладно. Берем немного еды. Даем ему. Бери. Кушай. Не хочешь? Как это ты не хочешь есть? Может, тебе тогда понравится что-нибудь вкуснее? Вот, например, здесь баранчики есть всякие. Ну, людьми я тебя не хочу кормить, чувак. Кушай. Какой-то он худой совсем. О, кушает. Смерть. Должен быть толстым, чувак. Вот тут овечки, все такое. А тут что за задание? О нет, несколько моих бедных деток пропали. Их надо спасти. От меня? Я увидел, как чужой человек доводил деток до обморока. Он держит их в тайном месте и не дает уйти домой. Ужас какой. Позор этому чужаку. Но если он умрет до того, как мы найдем детей, то мы их уже никогда не найдем. О, мои детки! Нужно действовать. Жизни деток в опасность. Жизни деток? Да ну ерунда. Кому до этого есть дело? Как бы то ни было, пора уходить отсюда. Я это уж давно хотел сказать. Ну, я бы помог, но... Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. А мне не нужно. На помощь! У меня паника! А, ты меня поймал. Отпусти меня, не ешь меня. Если ты освободишь меня и пустишь меня в пещеру, я выпущу детей. Я просто хотел, чтобы у меня была семья. Но все женщины в деревне говорили, что я слишком страшный. Хо-хо-хо, пусть его съедят создание. Но если мы отпустим его в пещеру, мы спасем Малю. Можешь не стараться, мне не будет больно. А, я неподалеку от моей пещеры. И это ты меня выпусти. Отвали от меня, огромное чудовище. Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. Я не чувствую боли. Мое создание меня не поймает. Я слишком быстро бегаю. Вяжи его, босс. Он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Сейчас дадим нашему созданию еды. Норм так. Бери, ешь. Ага, стоп.
Можешь меня... Отвали от меня, огромное чудовище! Есть! Твое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Свяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. О, он опять выходит, смотрите. И моя задача его что-то с ним сделать. Так. Смерть. Отвали от меня, огромный чудовище. Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. Твое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Вяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Ладно, подождем, пока он выйдет. И нужно будет как-то так, чтобы его, короче, перехватить. Отвали от меня, огромный чудовище. Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. Ну давай еще раз выходи. Твое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Свяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. Да ну блин, неужели нельзя ему как-то преградить путь? Мое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Вяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Ну я привязал его уже давно. Меня поймал. Если ты освободишь меня и пустишь меня в пещеру, я выпущу детей. Выпустишь, говоришь? А, я неподалеку. Можешь отвали от меня, огромное чудовище. Мое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Да какого хрена? Вяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Да задолбали уже. Можешь меня убить, мне все равно. А я в тебя не поверю. Помощь! У меня паника! Ну как? Как? Я не понимаю. Смерть. Где смерть? У кого смерть? Смерть. И во сне. Отвали от меня, огромный чудо. Мое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Вяжи его, босс, он не действует на нервы. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Отвали!
отвали от меня, огромное чудовище! Ну, бляха-муха, ну блин! Идите Моё в жопу, мне надоело это я здание. Быстро бегаю. Вяжи его, босс, он не действует на нерв. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. Можешь меня... Отвали от меня, огромное чудовище. Твое создание меня не поймает, я слишком быстро бегаю. Вяжи его, босс, он не действует на нерв. Он прав. Но если его привязать к нашему созданию, то он не сбежит. А может подождать, пока он пройдет дальше? Мы ж не обязательно должны его именно сейчас трогать. Можешь меня убить, на помощь, у меня паника. Ох, ты опять меня поймал. Ну и что мне если делать, что мне с этим меня делать? Выпустишь меня в пещеру, я выпущу детей. Не выпустишь ты детей, 100%. Ням, все. Эй, ну и ну, я только что собирался предложить то же самое. Я бы сказал, что это очень дурной вкус. Он же не выпустит детей. Замечательно, еще один из этих крутых распределителей чудес. Ой. Все, закончилась молния, но у нас еще есть вода где-то здесь. И это было бы круто, если бы мы ее взяли. Или нету здесь чуда воды? Ну что ж, посмотрим, что мы умеем. А, стоп. Скушай его. Кушай. Кушай, кабанчик. Вкусно. Камень сможешь взять? Бери камень, мать твою. Дебил, что ли?
Ну что, ты уже готов? Пожалуйста, используйте привязь, чтобы привести ваше создание ко мне. Использую, сейчас использую. Итак, пожалуй, на этом мы закончим. Всем пока, до следующих серий. Пока-пока.